Еще одна вещь очень редкая в концертном филармоническом репертуаре, потому что для нее действительно довольно редко удается найти хотя бы просто подходящих исполнителей, а уж настолько подходящих, практически идеальных, как в нашем случае, «Днем с огнем». Это две песни Йоханнеса Брамса, и в них, кроме низкого женского голоса, Брамс вообще был очень неравнодушен именно к низким женским голосам, вот к таким, как у Ирины Шишковой, ее меццо-сопрано. В нем, в этом шедевре, еще участвуют альт и фортепиано. И есть очень трогательная личная история, связанная с тем, почему эти две песни вообще были написаны и почему мы их слышим. Она, история эта связана с дружбой, которая иногда людей не только соединяет, но и разъединяет. Такое тоже случается. У Брамса был лучший друг, самый лучший, великий, знаменитый скрипач Йозеф Йоахим. Они дружили всю жизнь и понимали друг друга с полуслова. Все брамсовские премьеры играл Йоахим, будь то камерные вещи, будь то прекрасный для него специально созданный брамсовский концерт скрипичный, все что угодно. Но в какой-то момент своей жизни Йозеф Йоахим пошел с точки зрения Брамса по абсолютно ложному пути, и Брамс вынужден был ему об этом сказать, просто потому что не сказать не мог. В отличие от Брамса, Йоахим был женат, причем женат на прекрасной певице. Ее звали Амалия Шнеевайс, то есть Белоснежка. И в какой-то... Нет, сначала все шло хорошо, но почему-то, видимо, так сработала знаменитая пословица «Седина в бороду, бес в ребро». Когда им было уже вот лет по 50, Йоахим почему-то решил, что жена ему не верна. Он придумал себе историю, причем историю, связанную с их общим знакомым и человеком весьма известным. Это тот издатель по фамилии Зимрок, у которого, как правило, выходили из печати все новые сочинения Брамса, что будто бы у Амалии с ним роман. Брамс точно знал, что это не так, что это самообман, выдумки, наговоры, и, естественно, молчать не стал. Может быть, другой друг, менее близкий, менее честный, менее склонный резать правду вот ровно так, как она режется, простыми немецкими словами, как-то постарался бы, может быть, тактичнее Йоахима переубедить, что все это ерунда, но Брамс открыто взял в этом споре сторону Амалии и очень настойчиво доказывал Йоахиму, что не нужно делать из этой мухи, которая случайно попала ему в глаз, не нужно делать слона, не нужно начинать бракоразводный процесс, а это большие издержки, кроме того, большая, очень неприятного свойства публичность, потому что нужно в суде эту супружескую неверность было доказывать по законам 19 века и так далее, и так далее. «Дурак ты, дурак», — говорил ему Брамс, обращаясь к твоему лучшему другу, «такой жены поискать во всем свете». Обращаю ваше внимание, что Брамс при этом был человеком холостым и о тонкостях семейной жизни знал, конечно, многое, но в основном по чужому опыту. И при том, что правота была на его стороне, закончилось все это дело очень тяжело. Йоахим все-таки его не послушался, все-таки развод довел до конца, а со своим тоже лучшим, ближайшим другом Йоханнесом Брамсом рассорился на несколько лет. Более того, Брамсу пришлось предпринимать экстраординарные творческие усилия, чтобы с Йоахимом помириться. И для этой цели был написан, кстати сказать, не менее знаменитый, чем другие брамсовские шедевры, двойной концерт для скрипки и виолончели, который так и вошел в историю немецкой музыки под названием «Versöhnungskonzert», то есть «Концерт примирения». Но сейчас до этого еще далеко, а вот на ранних стадиях этого конфликта, который разворачивался медленно, постепенно и тяжело, Брамс еще пытался этот брак спасти, в том числе
тем способом, который, конечно же, легко доступен композитору. Он специально для Брамса, специально для Йоахима и его жены Амалии придумал вот этот дуэт как выигрышный, очень интересный концертный номер, чтобы они могли чаще выступать вдвоем, и общий успех, может быть, как-то немного смягчил их уже тогда не очень ровные и не очень добрые взаимоотношения. Вот почему эти песни звучат именно так, как они звучат, и написаны для такого состава. Естественно, Йоахим так же легко и прекрасно играл на альте, как и на скрипке, но просто к такому голосу скрипка не очень подходит, а именно альт подходит идеально. Вот эти две песни. Первая называется, ну, «Гештильте Зейнзухт», обычно переводят как «Уснувшие желания», а вторая колыбельная «Geistliches Wiegenlied». Альт Андрей Усов в роли Йозефа Йоахима, меццо-сопрано Ирина Шишкова в роли Амалии Шнейвайс, ну и Анастасия Теренкова, получается, в роли Брамса. Прошу приветствовать! Thank you.
Анастасия Черенкова, Андрей Усов и Ирина Шишкова.